проехали Самару. Да. Тольятти у нас 33 километра. Это колечко. Вот там у нас Самара. Городок. Что-то все затягивает. С утра вроде солнышко светило. Наверное, сегодня дождик будет. Ветер так и не перестает. Боковой ветер у нас. Вот расход топлива 31 литр. Норма 30-85. Опять не могу вкладываться. То скину его до 30 с копейками, то опять поднимется. Вот такая местность тут. Горки. Ветра не было бы, с горочки раскатывался. Больше наката было бы. Вкладывался. А так из-за ветра опять не получается. Тут уже 600 километров проехали. Расход показывает 31 литр. Едем уже час почти. Час 82 местного. Тронулись мы 8 часов. Не дал мне Леха поспать сегодня. Я будильник на 8 поставил. Он меня уже минут 28 уже разбудил. Сам проснулся. Чая попили по-быстренькому, помчались. Ночью камера не очень снимает. Вчера тест сделал. Звук более-менее. Что на телефон он снимает ночную дорогу, что на экшен камеру. Поехали уже, ё-моё. Вот экономист, а. Каждый грамм экономит. Я в горы стараюсь заходить побыстрее. Лёха смотрит на цифры постоянно. Вот он, Тольятти 27 километров, Жигулевск 31, Москва 1000. Ну, мы едем не на Москву, едем немножко южнее, юго-западнее Москвы. Поднялись, еще даже не до конца поднялись, уже 31,2 показывает. Я стараюсь ехать в гору побыстрее. Ну, иду вторым, поэтому
шоссе вот это. То есть можно ехать 109 километров в час, мы едем 85. Даже на спусках держим тормозами, жгем колодки. Хотя заводские колодки, если правильно пользоваться горняком, если есть ретарды, они могут отходить и миллион. Давай, давай, Лёх. Ну. Ограничение 85 иду в горку. 26, 27, 35 сейчас показывает. Моментальный. То есть я как Леха не тошню, что в горку там полируешь эту педальку. Я стараюсь побыстрее зайти. Сейчас у меня, конечно, расход показывает больше, чем у людей. Но раскатывается у меня машина сильнее, не знаю из-за чего. Машины одинаковые, пробег одинаковый, резина одинаковая. Но у меня спойлер по-другому отрегулирован. То есть у меня получается, ну, как бы на предпродажке все регулируют 5 сантиметров ниже прицепа. То есть и на пятерках так регулируют, и на шестерках. Но человек, который проходил эконом-вождение, мне сказал, что у нас получается на шестерке он в середине проваленный, то есть край идет, потом середина проваленная, и опять край спойлера. Так вот, края надо выводить по прицепу, поверху, по крыше прицепа, а середина провалена как раз на 5 сантиметров на коробок. Поэтому вот у Алексея вот 89, все, я больше не могу. Хотя вот какой риск здесь, да, вот раскатить ее даже до 90 там 5, нет, не могу. Никакого риска нет. А я держу его горняком. Ну, благо горняк справляется. Небольшой уклон. Вот, самосвалы нас обгоняют. Магистральный тягач едет 85 км в час.
скоро, наверное, красно-белые начнут обгонять. Пищит, кстати, вот 82 километра в час, а он сейчас пи-пи попискивает, да? Это значит, у кого-то стоит глушилка GPS-овская. Ну, от Платона там еще от чего-то. И вот он тоже реагирует, то есть попадаешь в радиус действия этой глушилки, и он начинает сигнал терять. Да, сигнал теряет, начинает пищать. Тащимся. Вот упал расход опять 31,0. Сейчас вот с горки спустимся, я думаю, где-то в Тольятти, может, упадет и до нормы. Ну, 39, может быть, упадет. Ребята, обочинка плотная на Москву. Вот я не газую вообще, уже 78-77 скорость, потому что сейчас будет спуск. Соответственно, экономлю солярку. Вот, 39 цифра появилась. Семьдесят пять уже едем, но пока не газуем. Он будет раскатываться все равно. Еще не газовал. Вот подгазовывать надо, конечно, тоже постепенно его разгонять, то есть если у вас немножко спуск, старайтесь, чтобы цифры были небольшие, то есть не надо ему давить в пол, потом скидывать. Вот я как бы держу там 18 17 15 23, то есть по прямой идем, постепенно его раскатываю. Вот скорость 82. Раскатываешь 38 уже.